Алло, кто там? Всем добрый вечер, я ОБ2 Федор Анознак из Радзюбийских новостей. Стой, у тебя же есть ДМР-станция, нажми тангенту и поговори со мной. Ну, очень долго разговаривали, Да ты что, мы тебя зовем на 550, в цифре тебя нигде нет, ты где пропал-то вообще, а? Что ты думаешь? Очень плодотворно пообщались. Ты был в радиоклубе? Там часа 4, наверное. Окей, значит, ставишь себе обычную ДМР-станцию дома и нормально выходишь в эфир. Познакомился. Да это вообще твоя проблема. Найди где-нибудь эту чертову станцию, закажи с Алиэкспресса. А, кстати, что насчет Моторола или Хайтера? Я думаю, что они будут стоить дороже, вот и покупай за 20 тысяч рублей. Какая нахрен установка репитера? Ты приехал ко мне ночью устанавливать антенну? Посмотри куда! Эй, ты с ума сошел? Меня соседи смотрят. Давай занесем хотя бы в дом. Слушай, антенну надо собирать здесь. Она покажет правильные результаты, когда находится на улице. И ты мне скажи, что у Валентины R2FF забыл анализатор взять. И ты знаешь, что когда она смотрит вверх, она вещает просто в горизонт и просто огонь. Поэтому ты давай помоги мне, пожалуйста, здесь ее собрать. Бери за противовес и за дело.